увеличился еще на 22 сантиметра и сейчас равен 3,5 метрам. Это на метр ниже, чем месяц назад. Но тут новая напасть. Оказывается, в городе не хватает питьевой воды. В дефиците виноваты частники, которые самовольно врезаются в городской водопровод. Чтобы привести систему в порядок, Краском объявил водную амнистию. Это приятные новости на тему воды для жителей частного сектора и коттеджных поселков с нелегальными водопроводами. С 5 июля по 1 сентября они смогут без штрафа и прямо у себя дома заключить договор на услуги холодного водоснабжения. Для этого нужно добровольно рассказать о незаконных врезках. Все остальные, кто не успел это сделать за 2 месяца, получат штраф от 300 до 500 тысяч рублей, а их водопроводы демонтируют. За подробностями можно обращаться по номеру телефона, который сейчас указан на экране.